хватит! Нет! В эфире со познавательных рубрик программы «Галилео», которая называется «Бутылка молока». Все! Хватит, друзья, хватит заниматься изучением людей. Вот если ее поставить на бумагу, то оно, понимаешь, остается на месте. А если бумагу дернуть резко, то тянется вместе с бумагой. Есть даже еще более эффектный фокус, смотрите. Это все инерция, друзья. Что, блядь? Вот смотрите, вот у меня диджей. А боль прошла. А сейчас у меня есть для вас специальный сюрприз. Это вы можете проделывать в любой момент, хоть прямо даже вместе со мной. Друзья, значит, если вдруг вы случайно запачкали скатерть, ну, вывалилось что-нибудь у вас изо рта, или, наоборот, брызнуло что-нибудь изо рта, или не изо рта, но брызнуло, но на скатерть, этого надо бояться. Надо просто аккуратно сказать: ребята, ничего, и убежать. Чтобы быстро убежать, нужно взять за края скатерти. Хотите, покажу, как это нужно делать? Итак, приготовились. 3, 2, 1. Не, нихуя. That's how we do it. А почем это хрусталь? Да ладно! Ну, продам машину, ничего страшного.